Сегодня мы снова в саду. Я решила посмотреть, как обстоят дела у моих постояльцев, которые живут в малине. Сейчас подойдем тихонько, посмотрим. Думаю, что все хорошо, потому что слышу, мама тут где-то пищит. Ой, ой, напугала. И она меня, и я ее. Все на месте. Все, закрываю. И ухожу. Все хорошо. Сейчас будем рвать малинку.